Бună ziua! Есть звук? Это в прошлый раз у вас проблемы были. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет небольшой, короткий брифинг. Мы с моей коллегой решили отметить тему, которая, я думаю, была особо злободневная последнюю неделю, и довольно внимательно за ней следили все вчера, и где-то следили с переживанием. Заявление съезда депутатов Приднестровского региона – сигнал прежде всего Молдове, здоровым силам и населению республики. Правительство Санду и стоящий за ее спиной Запад своими недавними мерами намеренно загоняет жителей левобережья Молдовы в тупик, выходом из которого может стать эскалация. Мы живем в мире уже несколько десятилетий, мы имеем все возможности решать наши проблемы мирно, хотя бы еще десятилетия. Потому что рано или поздно мы в любом случае воссоединимся, станем единой страной, которая будет процветать и двигаться вперед. Прекращение экономического давления на левобережный регион Молдовы, больше прав его жителям, создание элементов единого экономического пространства, свобода политических взглядов для всех жителей, непрерывный и невраждебный диалог – все это сегодня стало вопросом перспективы мирной жизни для всей Молдовы. Молдова должна показать привлекательный пример для всех граждан, продемонстрировать дружественные отношения к гражданам, а не отталкивать их. Не формировать из них гетто по другую сторону реки. Не использовать экономику и административный ресурс как оружие. Надо услышать крик души наших граждан и отреагировать на него цивилизованно, по-доброму. Мы требуем прекращения агрессивной риторики. Мы требуем гарантии мирного неба над нашей Молдовой. Мы прекрасно понимаем, что эта тема старая и где-то тяжелая для нашей страны. Мы помним элементы нашей внутренней какой-то гражданской войны, которая прошла. Мы помним жертвы с обеих сторон. Но в то же время мы понимаем, что мы граждане одной страны. И левый, и правый берег Молдовы – одни граждане, одна история, одна религия, одно будущее. Мы в любом случае будем вместе. А вместе мирно объединиться мы сможем только на положительном примере. Когда наши граждане с левого берега Днестра будут видеть, что молдаване здесь стали лучше жить, у нас больше свободы, у нас не закрываются телеканалы, мы живем хорошо. И тогда именно они захотят обратно к нам прийти, присоединиться, воссоединиться, стать единой Молдовой, которая и должна быть, и которая будет двигаться дальше и процветать. Спасибо. Слово моей коллеге Ирине Лозова. Добрый день, уважаемые представители масс-медиа. Сегодня мы с коллегами предложили на заседании парламента заслушать министра реинтеграции господина Серебряна по вопросу ситуации в Приднестровском регионе. К сожалению, наша просьба не была услышана, и пленарное заседание отклонило наше предложение. Но тем не менее хочется отметить, что на левом берегу Днестра проживают такие же граждане Республики Молдова, как и в других странах, как и в Республике Молдова, на нашей территории. И государство обязано одинаково защищать права тех граждан, которые проживают не только в Молдове, не только в Соединенных Штатах, не только в Канаде, не только в диаспоре за границей в Евросоюзе, но и тех граждан Республики Молдова, которые проживают на левом берегу Днестра. У них также есть проблемы. У них также есть вопросы. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем обострение ситуации. Мы видим и слышим, как звучат какие-то провокационные заявления со всех сторон. Хотелось бы, конечно, чтобы мы строили мосты. Мы не можем проводить деструктивную политику в отношении левого берега Днестра. Только потому, что там есть наши сограждане. И мы должны уважать и должны стараться сделать так, чтобы каждый гражданин Республики Молдова почувствовал поддержку от собственного государства. Мы должны строить мосты, мы должны идти на уступки, мы должны сделать так, чтобы в нашей стране было мирно и благополучно. Только таким путем мы придем к процветанию и миру. Спасибо. Спасибо, Павел.